Ну, действительно, наверное, на людей это вот эти новые случаи, так сказать, коррупции или каких-то коррупционных проявлений производят неизгладимые впечатления, как бы новый виток гласности. Меня же печалит то, что это некая политическая дубина в каких-то своих играх сейчас. Понимаете, действительно, страна в тяжелом состоянии в этом отношении. У нас говорят, что есть запрос на антикоррупционную деятельность, но, к сожалению, у нас огромный в обществе запрос на коррупцию, понимаете? И у меня такое ощущение, что многие просто смотрят с завистью на тех, кто попал на определенный высокий уровень, вот наконец-то, значит, вот туда бы попасть, запустить лапу и так далее, и так далее. И вместо того, чтобы реально с этим бороться, вместо того, чтобы действительно подбирать нормальных людей, понимаете, людей огромное количество, которые бескорыстно готовы служить Отечеству, я вас уверяю. Вместо этого, вместо того, чтобы создавать нормальную обстановку в обществе, начинаются эти политические игры, понимаете. То одного, то другого. Значит, кого надо, того посадим, кого не надо, того не посадим, кого надо, того посадили. Но это производит печальное впечатление пока.